В преддверии 8 марта в Триумфе прошел праздничный концерт. Женщин поздравили представители власти, творческие коллективы и народный артист России Александр Буйнов. Чтобы всегда вы процветали во имя счастья и добра! «Женщина – источник вдохновения». Это изречение стало главной темой концерта, посвященного Международному женскому дню. «Триумф» в этот день превратился в музыкальную площадку. Хореографические и вокальные коллективы посвятили все свои выступления прекрасной половине округа. А это уже театр постижерных работ. Юные таланты из Центра социальной профориентации и адаптации показали всю женскую красоту в оригинальном исполнении. В прическах вся загадка прекрасной половины человечества. И императрица, вероятно, Люберецкая, это так и осталось тайной. Таких загадочных, прекрасных и добрых дам на сцене поздравляли песнями и танцами. Конечно, не обошлось без теплых слов пожеланий. Владимир Ужицкий отметил, что в округе сегодня проживает почти 3000 многодетных семей. По его словам, именно женщины делают все, чтобы в городском округе не было детей-сирот. Главная задача женщины, конечно же, это материнство. Это главная, самая важная задача. Особая благодарность и спасибо я выражу, думаю, о всех нашим бабулям. Я искренне желаю каждой из вас любви, счастья, благополучия. Я искренне желаю, есть такое понятие, надежное мужское плечо. В адрес главных виновниц торжества звучали горячие слова пожеланий также от депутатов Мособлдумы Дмитрия Дениско и Игоря Каханова. Чтобы ангел-хранитель вас охранял, благополучие вам и вашим семьям, крепкого здоровья и всего-всего самого лучшего, и побольше весенних улыбок. Главным подарком для люберчан стал большой концерт народного артиста России Александра Буйнова. Для гостей торжества певец исполнил все свои хиты. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.